До своїх колег Оля та Катя приєднаються трохи згодом. А зараз у дівчат зйомка для лукбуку відомої дизайнерки Насті Іванової. Думаю, что уровень подготовки девочек абсолютно разный. Поэтому я думаю, что на съемке Оля будет ведущей, и Катя, если она не глупая, то она будет просто подстраиваться под Олю. То есть я бы на месте Оли взял инициативу в свои руки, а Катя уже там как-то бы подтягивалась под Олю. Я могу сказать, как куратор Кати, что Катя вполне может работать на уровне Оли Ивановой, может уже сейчас брать на себя тяжелую, сложную работу, сложные заказы. Сегодня мы снимаем лукбук коллекции, которая будет представлена на Миланской неделе моды. Так что, девочки, ваши красивые личики будут украшать экспозицию нашу в Милане. Катя Ткачева пришла намного позже, да, чем мы все, и не прошла тот именно этап, который прошли мы все с ребятами. Поэтому, когда нас поставили вместе, конечно, было немного нелогично, потому что, возможно, кто-то другой из девочек мог бы вместе со мной фотографироваться, да, но не Катя Ткачева, потому что я не считаю, что она полностью готова к этой съемке. Кто первый? Я. Катя готова, пошли переодеваться. Я знаю, что Оля – одна из ведущих девочек-моделей на проекте. На фотосессии у Анастасии Ивановой я чувствовала себя на уровне с Олей Ивановой. Съемка для каталога, поэтому нужно спинку, бок, и потом уже снимаем вперед несколько кадров. Подбородочек. Да, можешь вниз смотреть, не обязательно сейчас камеру. Вдоль плеча смотри, прямо перед собой, да. О, да, хорошо. Может, Катя, конечно, считает то, что она может работать на одном уровне со мной, но я считаю то, что она немного не дотягивает, не то что даже по профессионализму, но и по внешним данным. Оля, смотри, так. Окей, да. Все, Катя, давай, ты следующая. Леся, переодевай нам Олю в белое прозрачное. Можно ее полупрофилем? Ну, естественное. Я в Ивановой уверен, как в самом себе. Вот если поставить Катю и Олю и спросить у прохожего, даже не у меня, пусть у любого прохожего, какая из этих девочек модель 100%, ответа будет ответ Оля. Потому что она высокая, модельная, красивая девочка. А Катя просто девочка красивая.